Всем привет! Продолжаем прохождение Space Quest 3. В прошлой серии мы высадились на планете Флепкут и увидели, что рядом приземлился робот-убийца. Вроде пока он нам не докучает, но продолжаем. Так, look around. Ага, туристическая ловушка. Это гигантский металлический робот космического монстра. Ничто более, чем грязный маркетинговый ход, разработанный, чтобы высосать деньги из дураков. Вы внезапно чувствуете себя как идиот. Ну, почему? А, видимо, если отойти. Ну да. Look around. Вы замечаете огромного зверя на горизонте за дюнами песка на севере. Вон оно, чё. Так, look around. Больше никакой. Так, а это что? И где музыка? Ну ладно. Look table. Через стекло вы... Через стекло вы замечаете... Находите милого небольшого зверька. Маленькая табличка на стекле информирует вас, что это антарианский скользкий дьявол. Как мило. Слайм, это же этот... А, как же это слово-то? Слизень. А что, я могу его взять? Take line. Это невозможно. Open. Open. Case. Они, возможно, и милые, но только идиот будет находиться рядом с ними. Похоже, ты не сможешь насладиться другими чудесами этого сада-оазиса посреди вселенной. Ладно. А ее можно обойти? Еще одна... Лук... А, ну да. Слишком далеко и, наверное, с той стороны. Look, sign. Sign. Здесь две таблички. Read, sign. Почитать табличку. Один из многих огромных зверей в этой пустыне, но они обычно умирают в скуке. И сейчас не существует, что ли? Look, sign. Да блин, read, sign. Посмотри, Флепхут. Посмотри на Флепхут из головы монстра. Вход бесплатный. Извините, временно закрыт на ремонт. То есть мы сейчас опять умрем. Use look elevator. Посмотреть на лифт. Лифт на дне шахты. Вы видите кнопки элеватора на южной стороне элеватора.
Unlock buttons. Боже, одна кнопка говорит вверх, и другая говорит вниз. Уф. Ап. Ну и все работает. Обманывают. Кругом обман. Я уверен, что можно упасть и разбиться. Не стоит это делать. Так. Лук. Лук. По-моему, так. Лук. Around. Смотрится. Ты внутри живота Мога, и шахта лифта ведет вниз. Лестницы соединяют первый и второй уровень платформы. Тяжелое оборудование необходимо. Должно работать автоматически, что ли? Мога можно увидеть на верхнем уровне. Как? А, это крюки, это... Это не кнопки, я думал. Какие-то кнопочки тут можно нажать. Так, лук. Around. Еще раз осмотреться. Так, equipment. На верхнем уровне. Так. Equipment. Equipment. Look. Equipment. Огромный электрический мотор подает напряжение на автоматику Мога. Шумит со второго, как это, гремит и шумит на втором этаже платформы. То есть это можно сломать. Так, а этот, да, блин. Лук, лук, тейк, лук, недоступно. Так, ну, я так понимаю, это можно сломать, только зачем? И как попасть к голове? Может, еще наверх? Да хотя нет, это финал. Мы в животе. Проход наверх я не вижу. Ладно, пуф. Может, еще ап. Пуф. Да. Окей. Это было не очень полезно. А! Скорпион, не убивай меня! Какое опасное место. Спасибо за игру в Spice Quest. Так, ну мы, значит, к ноге туда не пойдем. С другой стороны. А с другой стороны я пришел. Это открывать не надо. Привет, странник. Мое имя Бладс. Пастор Бладс. Добро пожаловать в мир чудес. Вперед, осмотрись и найди что-нибудь, какие-нибудь вещи, которые известны по всей вселенной. Тут можно потратить букозоиды. Так. Вот. Посмотреться.
Тут собраны товары. Cost of refuse doesn't work. Ну, тут, в общем, много товаров с разных со всего света на поверхности магазина, на полках магазина. Так. Удивляет, что кто-то вообще может купить что-то здесь. Блин. Как насчет милого ората на палке? Дети любят это. Мы говорим часами или... А, это часы... Можно часами развлекаться всей семьей. Просто посмотри, какой он милый. Успел. Так, толк. Аск. Аск. Он не слушает вас. Он любит только голос своего, своего собственного голоса. А что у нас здесь? Красный. Красный Red Hot Item. Ну, красная горячая вещь. Официальная шапка Astra Chicken. Ты действительно повернешься. Да что ж ты такой шустрый? Так. Направляешься в высокотемпературную, как это, температуру с планету с высокой температурой. Вот отличная пара термобелья. Сохранит тебя, твои внутренности в этом безопасности. Лук. Кейс. Стеклянная витрина. Отпечатками пальцев. А может и не только пальцев. От инопланетных рас покрывает стекло витрины, покрытое отпечатками пальцев и кто знает чего еще, от рас со всего цвета света. Содержит впечатляющее множество переоцененных камней и самоцветов. Наверху этой витрины установлена, стоит подставка с цветастыми почтовыми карточками со всех уголков галактики. Просто тратишь свое время, приятель. Ни на кого не давлю, просто купи что-нибудь. Ну-ка, у него там самоцвет у нас тоже есть. Роуген. Ой-ой. Какой определенно хороший кусок ориума. Я куплю его с твоих рук за 350 буказоидов. Что скажешь? Так, в первой части надо было отказываться. Интересно только до какой пары. А, у нас мышка же есть. Нет. А за 400? Нет. А за 425? Нет. Well, так хорошо, я не могу поднять цену больше. Может быть, что-то еще тебя заинтересует? Так, город на палке. Ну-ка еще раз. Шоу гем. Yes, да, сэр. Это хороший кусок ориума. Конечно, на ориском рынке там можно было за 100. Так, я понял. У нас сорвалась сделка. Сделка века. 425, значит, предел. Шоу. Ем. Сейчас нарубим бабла. Нет. Нет.
Как насчет Бай город? Ну давай, у нас теперь денег до задницы. Мудрый выбор, я уверен, тебе очень-очень понравится. Ну, не сейчас. Так. Спасибо за остановку. Посмотри на этот... будь осторожен, молнии его близко. Так. Понятно. Я еще не все купил. Теперь мы знаем будущее. Оуген. Я хотел сохраниться, блин, не дают. Нет, да. Сейчас все выгребем отсюда. Город. Мудрый выбор. Да. Так, у него было термобелье. Папка. Бай. Эт. Милый, правильный, мудрый выбор. Там-то все то же самое. Так, термобелье. Бай. Термо. Как же оно зовется-то? Посткарт. Исследуйте одну из множества интересных карточек, почтовых карточек. Аракис. А, это дюна. Рейбэк. Отличное место для зимнего путешествия. Аракис содержит множество деликатесов для для отдыхающих. Ничего не сможет сравниться с ослепительной пылевой бурей или быть размазанным песчаным червем. Место для штампа. Посткарт. Исследовать одну из... Черная дыра Берта. Как гигантский межгалактический пылесос. Черная дыра Берта проплывает через галактики. Через галактику. Всем путешествующим советуют остановиться... держаться подальше от Берты, но... Просто купите почтовую карту, тогда... И сможете говорить всем, что были там. Так. Underwear. Thermowave. Thermowave. Buy. Вот так. Buy. Thermo. Веле. W. Так. Мудрый выбор. Ато. Николук. Посткарт. Артега. Вулканы Артеги постоянно изменяют. Навсегда изменили поверхность планеты. Одевшись в теплозащитное белье, путник сможет найти мир для любителей лавы на этой звездной удивительной планете. Роберт Талент, присоединитесь к веселью в парке развлечений будущего. Посмотрите на персонажей из своих любимых историй. Как персонажи из ваших любимых историй возвращаются к жизни снова и снова. Недавно обновленный...
Так что не потеряйте ни одной... как же это слово? Захватывающей сцены. Лук. Пост. Карт. Пустая. Бета-альфа беззвездный регион. Посмотрите на... А ищите чего-то действительно особенного? Посетите место, которое так далеко от всего, что вы когда-то... Так далеко, что вы даже не увидите звезд. Взрывающий мозг. Взрывающая мозг скукота приветствует вас, когда вы бесцельно дрифтуете сквозь ничто. Обязательно для людей с умершим мозгом. Вишью. Надеюсь, хотел бы, чтобы вы были здесь, кроме меня. Но без меня. Ахарон. Я так понимаю, отсылка к этим, к чужому. Этот на морде оплодотворитель. Архон. Дружественные существа Архона удовлетворят юных и старых. Достаточно прийти в нужное, правильно, нужное. В общем, развея тут вашу скуку, беспечность. Скуку и беспечность. Так, бук. Пост. Так. Сколько их тут? А, все, ракис. Так, ну мы все купили. Можно выходить. Так, а можно сохраниться? А что ж ты мне запрещал? Exit. Спасибо за все, приходите еще. Да-да-да. Привет, привет. Итак, Роджер. Вот он, Роджер Вилка. Человек, которого я должен увидеть, которого я искал через всю вселенную, выслеживал. А которого должен был выследить и уничтожить. Я не впечатлен. Это было слишком просто найти тебя. Ты не смог прятаться вечно. Похоже, ты забыл заплатить за свисток. Лабионского, за манок лабионского зверя. Сейчас давай посмотрим, как сколько набежало. 400 тысяч букозоидов. Хорошие люди из гипозоид на новелли опечалены, не плательщикам. Но тебе повезло, я в хорошем настроении сейчас. Я буду считать до 10 медленно, и тогда я снова буду выслежу тебя. Если ты сделаешь, добежишь до своего корабля, я забуду о тебе. Ишь, ты хочет поиграть. Я знаю одно местечко для тебя. Знаю, знаю, меня там уже сжирали. Надо только его найти. Эй, терминавт, ты где? Мы почти пришли. Блин, надо обыскать его корабль. Вот ребята заморочились. Большая планета. Только молния убивает. Нет. Не-не-не, я понял. Я понял. Туда дальше идти нельзя. О, мы на месте. Осталось дождаться робота и как-то встать, чтобы меня не сожрали. А я могу встать вот так. А интересно, много ждать? Или мне надо к кораблю? Может быть, сесть? Робот, блин! Сколько тебя ждать?
Ладно. Можно до корабля добежать и все. Корабль-то вот он. Ну блин, нахуй. Так он не идет сюда. То есть он меня ловит, а не гоняется. Пст. Я знаю, что ты тут. За ним же песок должен этот. Или он типа стоит? Вот так-то. Не связывайся с Роджером, Вилка. Так. Да-да-да. Лук. Remains. Остатки. Останки. Look around. Ты видишь огромную скалу. На одном камне огромную. Так. Чира. Пульсирующие эти над скалой. Так. Над укрытием. Так. Лук. Робот. Терминатор сейчас представляет из себя кучу мусора, лежащую на песке под Пустулис. Пустулис. Посмотрев ближе, вы замечаете пояс невидимости терминатора, который пережил столкновение со спорами или с монстром. Так, take belt. Взять пояс. Подойди ближе. Ага. Так, а что у нас в инвентаре? Инвентарь. Палка Орота, термобелье, острая шляпа звездной курицы, буказоиды. Сколько у нас? 350. Еще полно. Орот на палке. Ты можешь открыть его рот и закрыть его рот. Часы веселья для всех. Use stick. Попытайся приблизиться, добраться под другим углом. Давай. Да, блин. Так как тебя вот? F3. Use stick. Под каким другим... Да что ты? Может быть так? Use stick. Да под каким? А, вас тут много. Use stick. Use. А, теперь можно же. Ну да. Под каким другим углом? Open mouse. Take stick. Use stick on belt. Да под каким углом так тебе? Игра, ты тупишь? Так. Так, ты же... Игра, ты чё на мне издеваешься? Стик. Юз. Стик. В смысле другой угол? Ты что?
Да, блин, я вижу. Use stick. То есть там... Окей. Ладно, я не спорю. Так, а где же его корабль? Хотя, блин, не пофиг ли? У нас теперь есть пояс невидимости, куча денег. Так. Сит. Сет. Search. Сет. Порыскав вокруг кресла, вы находите немного цветных бумажек. Или... В общем, 7 буказоидов. Так. Look screen. Screen. Запускаем двигатели. Теперь можно перекусить в бургерной. Взлетаем. Look screen. Навигационная система. Сканировать. Лепхут. Ну, мы тут были. Продолжаем. Бургерная. Вперед! Запожрать. Курс установлен. Световая скорость. Ну все, жизнь прекрасна. За нами больше никто не гонится. Человечество спасено. Монитор сообщает о новости. Мы приближаемся к бургерной. Привлекает ваше внимание сообщение. А так было в прошлый раз? Так, пристыковались, открывайте люк и забираетесь сюда. Мы снова тут, теперь только с деньгами. О, а я знаю, зачем нам пояс невидимости. Что такое? Добро пожаловать в Монолит Бургер. Могу я принять ваш заказ? Аск мену. Аск. Ордер. Мини-монолит. Танги. Слоппи Сурфер. Блин, тут, я так понимаю, look around. Посмотреться. Вы чем больше вы смотрите на еду, тем меньше на еду, тем меньше она похожа на еду. Вы не можете перестать представлять, как долго местный персонал сидит здесь, ожидая неудачника вроде вас, чтобы подойти и съесть это. А, как... Вы не можете перестать представлять, как долго местный товар лежит на полках и ждет, когда какой-нибудь неудачник вроде вас придет и съест его. Look. Poster. Look. Post. Look. Wall. Блин. Так, надо что-то заказать, но... Look around. Так, Monolith Burger, клерки. Так, ну там, блин, куча еды. Я почти уверен, что она бесполезна. Ладно, давайте закажем что-нибудь попроще. Могу я order?
О, можно все заказать. 5, 6, 7, 8, 9. А. Б. С. Так, ну вроде все. Вы хотели вы Space Spud? Давай. Баттерфрут пирожок. 42 букозоида. Да, запросто. Give Bukazoids. Хорошего дня. Вы аккуратно берете сумку с заказом. Вы не можете дождаться, когда усядетесь и сможете им насладиться. Давай. Как-то тут получалось сесть. Eat me. Мне даже не скажут, что это. Ну ладно. И ты все съешь? Ты не лопнешь? О, посмотрите на... Что с этим... Что с моим бургером? Это должно быть Fun Meal Prize. Веселая... Веселая порция. Приз веселой порции. Эй, посмотрите, это же кольцо расшифровщик. Вот что надо было заказать. Это было вкусно. Хорошо, может быть, не очень вкусно. Хорошо, может быть, невкусно. Может, вовсе невкусно. На самом деле, это напоминает кожу, скользкую кожу орлеанского червя. Лук. Тейбл. Так, ну теперь мы знаем, что надо купить. А то лишь 42 букозоида. Это что такое? А почему ты не ходишь? Так, ордер. Монолит. Да, да, все хочу. Все хочу, да все давай. Бесплатный напиток. Give Bukazoid. Хорошего дня. Take. Да, да, я сам возьму. Eat meal. Съесть еду. Почему-то здесь музыка есть, а там около этого пропала. Около огромного монстра. Так, вот мы получили кольцо. Оно у нас уже в инвентаре. Так, инвентарь. Монолит, кольцо, расшифровщик монолита. С этим кольцом ты сможешь расшифровать любое секретное сообщение. Ну, почти любое сообщение. Осталось еще сыграть в торговом, в этом, в игровом автомате. А, лук, скрин. Я ограбить злого чувака в черном костюме. Ставь буказоид. Insert козуй. Нифига себе.
Хорошо. Бакок! Так как? А во. Как же ты летаешь? Геймовер. Еще разок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это что? Use. Это шифр? Use ring. Использовать кольцо. О, ты. Это надолго. Так. Расшифровал сообщение. Помогите нам. Мы были схвачены в плен с комсофтовским... С комсофтом на маленькой луне Пистолона. Непробиваемое силовое поле окружает комнату. Это должно быть... Сначала оно должно быть деактивировано. Его источник нам неизвестен. Охрана скамсофта вооружена джело-пистолетами. Мы рассчитываем на вас, кто бы вы ни были. Два парня с Андромеды. Так, надо теперь сохраниться. Сейчас мы еще проникнем. Так. Gear, одеть. Belt, одеть пояс. Хорошо вы одели пояс. Use belt. Или может look belt.
Посмотри-ка, он разряжен. Да ладно тебе. Use belt. Осмотрев пояс, вы замечаете, что источник питания очень слаб. Вы решаете попридержать его до того момента, когда он вам действительно понадобится. Да ладно тебе, он нам понадобится. Прочь с моего отсека. Этот гик. Ну вот он нам понадобился. Ну ладно тебе. Ладно, нам сюда не надо. Там, получается, тут все сделали. Так, а у нас на Луне пистолона. Ладно, мы поднимемся на борт и на этом закончим серию. Get on. Так. Board ship. Подняться на борт корабля. Нас отсоединяют, и мы выходим в космос. Так, ну, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.